Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю ограблений, с вами Сейнт, мы продолжаем играть в American Fugitive. Так, прячем винтовочку, чтобы нас не боялись. А, по заданиям у нас... по заданиям беглец. Беглец, мы беглец. Делец. Есть такой мужик, дает нам задание по поводу ограблений банка. Планируется ограбление, чувствуется... Мне, так, что у нас есть? Это можно все продать. Сырая курица. Птица, лишенная жизни. Охуеть. А, тачка нужна. Тачка мне нужна. Ой, хорош. Так, сейчас, секунду. Я продам быстренько вот тут в ломбарде все, что нам не нужно. Потом поедем на букву F к дельцу, удальцу. Сигнализацию выключай, пожалуйста. Все, отлично. Погнали. Погнали, погнали. Получим немного монет. Потому что нет монет у нас. Нужно заработать. А, интересно, попробуй повзаимодействовать вот с этими быками, коровами и овцами. Наверное, сбить их насмерть можно, этого я пробовать не хочу. А вот можно ли сесть на быка или на лошадь и поскакать? Если такая функция реализована, то это прям вообще заебись. Заходим! Заходим в ломбард. Фарфоровую кошку не продаю, она моя любимица. Это нахуй, нахуй. Нахуй, нахуй. И часы тоже нахуй, заебись. А, продали, денежки получили. 3 очка умений, 2000 монет. Купить не можем, к сожалению, то, что мне нужно. Вот это можем. Тратит меньше выносливости на бег, это неплохо. Увеличивает урон, если застать врага врасплох, это непонятно. Увеличивает урон при нападении на чужой транспорт. Во! Снижает шанс, когда вы крадетесь. Давайте возьмем. Ну и за 125 пусть будет снижать цены в магазинах на 10%. Хули ни, как говорится. Astro ZX, погнали. Тихо, блядь. Тихо, блядь. Тварюга. Все, поехали к дельцу-удальцу. Интересно, сколько еще заданий нас ждет перед ограблением банка. Мы сделали какую-то часть подготовительных миссий. Но это не значит, что оно уже прямо вот сейчас нас ждет. А может и прямо сейчас, сейчас все узнаем аккуратно. Блять, не играл в игру 2 дня, уже от управления немножко отвык. Привычнее как-то от первого лица или от третьего лица. Управление сверху — это всегда интересно, конечно, но застает врасплох. Выходим. Ну вот сюда бы нам. Блять, тут картина есть, а ну-ка. Вызывайте копов, блять, я твой рот вызову сейчас, ты копов вызывать, он захотел, тварюга ебучая. Опа, картина. Выходим. Да, вызывай копов. Виновник, внешность неизвестна, сейчас я быстро розыск потеряю, или... Или можно взять задание прямо сейчас. Номер в мотеле, зайти. Так, а вот и наша звезда. Мой дядюшка весьма тобой впечатлен. Это непростая задача, Уилл. Могла бы мне сказать, что вы родня, я предпочитаю знать, на кого работаю. Я разозлилась на него и хотела показать, чего стою. Теперь все поняли, и мы снова одна большая дружная семья. Мы выполним обещание Анны и поможем тебе. Мы свое слово держим. План такой, подъезжаешь к банку на бронированном фургоне, который обычно забирает деньги. Сообщаешь пароль управляющему и выносишь из хранилища сейфовую ячейку номер 59. Заходишь, берешь ячейку, уходишь. Я позабочусь о том, чтобы на выходе тебя ждала быстрая тачка. Удачи, приятель. Ограбьте банк. Ограбьте банк, украдите сейфовую ячейку. Обрез. У меня... А, мы тогда... мы его отдали. Я думал, что у меня есть обрез. Форма охранника у меня тоже есть. День ограбления. Сядьте за руль бронированного фургона. Припаркуйте бронированный фургон у банка. Да, сюда полиция приехала, потому что я вломился в это самое, в отель. Но они-то не знают, что это я был. Окей. Прям так просто... А, осталось времени мало, ебать, минута всего. Погнали, погнали. Я думал, так все просто, так все хорошо, так все прекрасно.
Окей. Let's go, блять, let's go. Нам должны денег, банк. Забираем свой вклад. Так, мы типа инкассация. Не паленое ограбление такое. Блять, палево. Хорошо. Войдите в банк. Захожу. Вошел. Хм, обычно водитель другой. Где Джеб? Семейные обстоятельства. Ты не в курсе? Его матери стало хуже. Я подменяю его, пока он с ней прощается. Ох, кошмар какой, надеюсь, он скоро вернется. Мне хотелось бы с ним расставаться. Не будем отходить от расписания, следуй за мной в хранилище. Чтобы открыть дверь, мне понадобится пароль. Охрана его сообщила? Да, конечно. Так, пароль, я помню, 844-618, вот этот. 844-618. Прекрасно, продолжим. Так, я открываю хранилище. Наличка вон там, за сейфовыми ячейками. Я быстро. Спасибо за помощь. Заберите ячейку 59. Опа, 50 баксов. Флайер универмага. Давайте заберу. Универмаг Хаглер. Поразительно низкие цены, лучшие предложения. Хуета. Хранилище. 59-я ячейка мне нужна. 59-я. Опа. Хочешь кофе или еще чего-нибудь? А то я себя как раз хотел налить и... Что происходит? Почему ячейки... Все ячейки открыты? Чик. Просто... Прости, но наличку я забираю. Твои вклады застрахованы, так что не волнуйся. Не стреляй! Врач запретил мне снова попадать под обстрел. Делай, как я говорю, и выстрелов не будет. Отойди к стене. Повернись. Хорошо. Я сейчас закрою хранилище. До вечера тебя кто-нибудь тут найдет. Стой! Твое лицо! Вот я дурак! Раньше не догадался! Ты же тот самый тип. Про тебя по телеку рассказывали. Ты убил своего папашу. Не верь всему, что показывают по телеку. Рад был иметь с тобой дело, приятель. Тебе это с рук не сойдет. Еще как сойдет, это же Америка. Тут и не такое с рук сходит. Ебать! 4 звезды, все. А! Хуйня, 4 звезды. Погнали. Ага. Поезжайте в последний вагон. Какой еще, блядь, вагон мне поехать? За мной тут Eagle One, блядь, на вертолете. Апач. Трюкач. Отъебись от меня, вертолет. Я поезжаю в последний вагон. Это вы мне сказали, что вы мне подготовите быструю тачку. Это не быстрая тачка, это какая-то хуйня. Вот честно. У меня была быстрее. Это Astra ZX. О, как все хитро у вас тут. Поезд в пути, пока он не доехал до моста, нужно подогнать платформу, которая позволит сбежать, сука! Едь! Ух, как красиво! Типа, вообще не палено, конечно, но ладно. Ты справился, сынок, полностью оправдал ожидания. Заебись. Я подумал, сейчас к этому мосту подъедет и пиздец. А что такое? Загрузочка у нас? Ну окей. Блин, на самом деле не такое серьезное ограбление. Я думал, мы там с налетом, с чуваками, с дробовиками, все дела там. Расскажем. Беглец грабит банк. Беглый преступник Уильям Райли наводит ужас на сотрудников банка. А Уильям Райли, собственно. Мэр говорит, мы найдем Райли. А грабитель банка сбегает на поезде. Опасный преступник совершил дерзкий побег в товарном вагоне. Управляющий банка травмирован. Полиция идет по следу. Это Дуэйн. Кандидат Ти Джей Морган сулит новые перспективы. Страх навсегда покинет этот город. Окей. Порт Провиденс, округ Редрок. Доставьте ячейку. А почему так агрессивно отмечаются два чувака на миникарте полицейские? Они меня ищут? Да я пешком доставлю. Просто сейчас еще про нас новость была. Вдруг меня ищут по внешности. Опа. Другое место какое-то. Что такое тут? Скамья. Да в жопу, блин, зачем садиться? Номер в мотеле. Вот та ячейка. Спросите содержимым. Интересно, из-за чего был весь сыр-бор? Естественно, теперь можно оставить секреты. Ты доказал свою ценность. Хочу тебя кое с кем познакомить. Это ваша супруга? Нет, это самый влиятельный человек в Редроке. Человек, который может здорово посодействовать твоей карьере.
И чтобы ты знал, я не женат. В разводе. Да, понимаю. Ну вот и славно, скорее не будем заставлять клиента ждать. Какого клиента, блядь? С кем ты меня познакомить хотел? Встретись с нанимателем дельца. А? Тухлая рыба. Тухлая рыба не так интересна. Нам бы тачку взять. Базар GTX. О, можно сесть, даже не надо взламывать. Погнали, погнали. Заебись. Ну давайте встретимся с нанимателем дельца. Кто это будет? Главный полицейский города? Главный, блядь, мэр, губернатор штата? Кто? Судя по тому, что тут висит Волт Хэмилтон. Походу это мэр. Проникновение на территорию, избирательный штаб. Поднять. Да, блядь, слушайте, прям угадал. Ну всегда с политиками все связано. Ага, вот и наш новобранец. Мэр Гамильтон? Петр хорошо о вас отзывался. Я могу рассчитывать на ваш голос? К сожалению, мне нельзя голосовать, я же преступник. Это скоро изменится. Непозволительно лишать прав тех, кто отдал долг обществу. Вы отбыли свой срок и должны получить еще один шанс. По правде говоря, не отбыл. Как это? Стойте, я видел о вас в газетах. Вы же сбежали. Надеюсь, Петр, у тебя были веские причины позвать его. Все в порядке, Гамильтон, я за него ручаюсь. Однако это серьезно повышает риск, не так ли? Я сказал, что ручаюсь за него и точка. Я за себя тоже ручаюсь, если это имеет значение. Можете мне доверять. Он добыл ячейку, Гамильтон. Через несколько недель начнут использовать машины для голосования. Если нам удастся провернуть задумку с этими машинами, нечестно, играть больше не придется. Благодаря Сидоровичам ты останешься у руля сколько захочешь. Да, это и вправду не помешает. Мэр теперь в телефонной книге. Что ж, мистер Райли, начало было не слишком удачным, но мы наверняка подберем вам занятие. Я доверяю Петру, мистер Райли, но вас я не знаю, так что начнем с чего-нибудь попроще. По городу стоят рекламные щиты, сломайте их. Серьезно? Я для вас банк грабил, а теперь должен опуститься до мелкого вандализма? Я хочу понять, как хорошо вы умеете исполнять приказы, Райли, пока вы меня не впечатлили. Ну хорошо, что за рекламные щиты? Знаете Ти Джей Моргана? Он проводит кампанию против меня. Помимо прочего, он владеет местной газетой. Уничтожьте щиты с его рекламой. Там пишут сплошную ложь. Сломайте 8 щитов. 8 билбордов в Ред Роке. Окей. Сломайте рекламные щиты. Ну погнали. Типа задание несложное, главное, чтобы полиция не видела, а то она может звездочку дать за ущерб. Ебать, там что, поле какое-то? Бейсбольное? Я этого не видел. Охуеть, тут какой лагерь. Это где вообще мы? Ну да, я не видел, это новая локация. Мы были вот здесь, вот это нам было доступно, сейчас открылось. Нихуя-хуя. Круто, крутяк. Нахуй эти бревна, блядь, поставили? Пробить легко. Ну окей, пизда-то, у нас теперь большая локация. Я прям доволен. Ты, где эти ебучие рекламные щиты? Ага, вот. Ха, ну это легко. Тварь, блядь. Да-да, я проеду, ну гнида ты ебучая. Я пропущу тебя. Ой. Пидор, блин. Да, вот. Ущерб имуществу, дали звездочку мне. Да нахуй иди. Осталось щитов 5. От одной звезды-то уйти легко. Окей. Занимаемся антирекламой. Антиреклама тоже реклама. Как говорят. Хуяк. Еще один щит остался. Да иди ты! Водитель, выйдите из машины. Я твою маму выйду, блядь. Выведу. Мои не трогайте, сумасшедший. Я ее сбил один.
Ладно. Отлично, мистер. Теперь Морган отступит. Не терпится увидеть газетные заголовки. 8 билбордов в Red Rocket. Принято. Нихуя тут промзона какая есть. Получите задание у знакомых. Отказ остановиться. Да, еще как. И баллы в рот останавливаться. 3 звезды уже. Сколько еще дадите, твари? 4 звезды. Может, успокоитесь со звездами? Раздаешь направо и налево, тварина. Ебучий тупик! Погнали, погнали. Нужно выехать за пределы, пока вертолет Апач не прилетел. Заебись. Это заебись. Так, переодеться бы. Вон тут вижу, вещи висят. Белая рубашка и джинсы. Окей. Погнали. Сейчас залезем, что-то украдем еще. Тревога, да, понятное дело, 120 секунд, спальня. Это я беру. Хорошо. 5 баксов. Ваза в пизду эту вазу. Окей, все, сматываемся. Красиво. Эй, ключи от машины у меня есть. Ну погнали к мэру теперь. Рапорт о преступлении, кража автомобиля. Схуяли! У меня ключи были. Ебанутые, что ли? Кража. Лишь бы, блядь, дать звездочку, серьезно. Лишь бы звездочку дать, звездулю. Так, задание у знакомых. Мэр, давай задание свои. Тут какая-то пушка лежит, я смотрю на мини-карте. На железнодорожных путях. Опа. Что за пушка? Полицейский револьвер, да, в пизду тебя. Так, у нас есть 2 дигла, что ли, теперь. Оружие прям дохуя. Их нельзя передвинуть, нельзя, это обидно. Ключей до пизды тоже. Так, использовать, убрать. Поехали. Поехали к мэру. Будем узнавать, что она от нас еще хочет. Ух, как, блядь, практически идеально припарковался. Обидно. Избирательный штаб. Дратуйте. Что ж, уничтожение рекламных щитов привело к желаемому эффекту. Теперь надо разбить его автоматы по продаже газет. Разве это не выдаст вас с головой? Подозрения будут, а вот доказать он ничего не сможет. Мы будем убивать его медленно, мистер Райли. Очень медленно. Уничтожьте 7 автоматов по продаже газет. Порча рекламных щитов – дело рук экс-мэра. Уничтожены щиты с предвыборной агитацией Ти Джей Моргана. Ну, а я один твой уничтожил. Можно сказать, типа, она могла бы сказать, эй, мои тоже уничтожили, типа, все дела. Свидетель рассказывает о побоище. Типа, я тоже пострадала, поэтому не гоните на меня. Это, кстати, очень умно было бы разрушить пару своих рекламных щитов, тварюга ты, блядь, на пикапе. Пару своих рекламных щитов, чтобы от себя подозрения снять. Окей. Поехали, на желтом мустанге будем тут крушить все. Вот эту красную хуятину. Понял. Ну, задание несложное, опять же, вообще несложное. Бывали и сложнее. Полицейский участок прям тут, да? Ну давай.
Окей. Хм. Не хмыкай мне, блядь, здесь. Сиди и не пизди. Окей. Дальше, 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 дальше. Тут картина есть. Картину надо забрать. Так, кто-то есть? Вот я этот скилл качнул. Столовая, кто-то есть. А где столовая? Так, тихо. Блять, опять там... А, ладно, похуй, тут полиция еще едет вообще. Вдвойне залупа сейчас будет тут что делать. Проезжайте, проезжайте, полисьоны. Потом как-нибудь приеду сюда, заберу картину. Хорошо, что они за превышение скорости еще звездочки не дают. Иначе это вообще вафли были. Так, заправка. Хорошо. Заправку главное аккуратно долбить, чтобы не врезаться в бензоколонку. Мисс Леди, извините, вы что стояли на ходу? Банк. Red Rock Bank. Окей. Заебись. Последний остался автомат. Вот так оставляем машину и уходим. Вы молодец, мистер Райли. Слышала, Морган поручил кому-то из своих работников присматривать за его объектами. Заебись. Так. Это заебись. Тихо, 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 тихо. Погнали. Здравствуйте, полисьоны, до свидания, блядь. Опа, тут кто-то есть? Сейчас посмотрим. Картину нужно. Блядь, картины дохуя дают денег, это просто пиздец. Никого нет. Блядь, лом сломался. Хорошо, заходим. Тревога, да, естественно. Спальня. Это беру. Патрики. Флайер аптеки, фотография. Ключи от дома могут пригодиться потом. Давай, 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 ищи, ищи. $50, золотые часы, картины, серебряный браслет. Просто гениальное ограбление сейчас произошло. Яблоко, хлеб, виски, все забираю и просто через заднюю дверь ухожу. Беру и ухожу. Красиво. Что по инвентарю у меня? Ну, кстати, еще можно одну картину спиздить. Вот эту. Флигель какой-то ебучий. Давай. Окей. Понятно, что тревога, все понятно. Да-да-да-да-да. Спальня. Понятно. Прихожая. 10 баксов. Включит машины. Флайер ломбард. Рис покупает без вопросов. Работает круглосуточно. Мы что, ее дом грабим? Это было бы плохо. Сейф. Понято, блядь. Ладно, съебываем. От сейфа, наверное, там. В этом в сарае какой-то код находится в сарае. Тут какие-то уже пиздатые дома есть. Я думаю, если их грабить, будет дохуя прям приходить лута. А тут есть еще какой-то ломбард? Ломбард это у нас... Стоп, а где ломбард? Ломбард был здесь. Ломбард.
Его перенесли, что ли? Ломбард где, ебать? Ломбард. Ломбард. Я чё, слепой? Ломбарда не вижу. Нихуя себе. А, вот они. Весы эти. Ладно, потом съездим. Перенесли ломбард, окей. Неплохо. Теперь не нужно будет хотя бы ездить в ту часть города. Можно в этой только чилить. Давай, мэр. Мэриня, блядь. Давай задание, ладно. Красота. О, мистер Райли, какая встреча? У нас новое задание. У нас? Вы, должно быть, гадаете, к чему это все? Я скажу, мы пытаемся отвлечь Моргана. Кое-кто привлекает для него средства. Мне эти средства не нужны, но для его деятельности их потеря обернется серьезным ударом. Хотите, чтобы я нашел эти деньги? Именно, найдите деньги и передайте их дельцу. Дальше он разберется сам. Найдите деньги. Отправляйтесь в зону поиска. Три зоны поиска. Давайте первая вот эта, потому что она будет самая дальняя потом. Если я поеду назад, то тогда потом сюда возвращаться буду дольше всего. И возможно вот тут оно и будет все. А, стопэ. Сейчас между вагонами проедем. Обыщите территорию. Нихуя себе. А это что такое? Пожертвование на компанию. Ну окей. А, во все три по-любому нужно ехать. Ну окей, ладно. В любом случае так быстрее будет все сделано. Let's go, let's go, let's go, let's go. Просто конверт на земле кто-то оставил. Ну дебилы. Любой же мог проходить мимо, подобрать. Ой, блядь. Да иди ты в пизду со своей машиной. Ты видишь, врезался уже, все. Дай проехать. Видишь, сумасшедший за рулем. Долбоносик, ей-богу. Заебись. Что, блядь, река? Переплыть, что ли? Ну да, машина потонула здесь. Окей. Ну вот, мигает, блядь. А, это дикие ягоды. Дикие грибы. Да ищу я территорию, блядь. Не видите, что ли? Пожертвование на компанию. Неплохо. А то, что деньги намокнут, которые были в конверте, все норм. Да, ну ладно, как бы похуй. Ничего страшного. Надо срочно качнуть. Блять, срочно вот это качнуть. Где? Вот это. Пиздец, как надо качнуть. Тратит меньше выносливости на бег. Позволяет обезоружить соперника в рукопашном бою. Тоже пусть будет. 25%. Всего за 325 монет. Монет. Долларов. Let's go, let's go, let's go. Поехали, 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 поехали. Ну пока задания у этой Марини не особо сложные, но чувствую, потом могут быть проблемные, сука, поворотник, показывай, если хочешь повернуть. Окей. Зона поисков. Кафе. Кафе, блядь. Где тут раскидали конверты у вас? Не видно ни пизды. Тайник. 300 баксов. Это не тот тайник, который я сейчас искал. Войти в кафе. Добрый день, чего желаете? Ну, давай посмотрим, что тебе можно купить. Яблочный, сука, яблочный пирог хочу. И один гамбургер. Все. Типа сделал заказ, чтобы не привлекать внимания.
Так, стопэ. Стопэ, блядь, непонятно, нихуя. А, вон вижу конверт под столом. Прекрасно, теперь нужно отвести деньги дельцу. Да понятно, блядь. Ты мне тоже сказала. Let's go. Делец. Огурец. 400 метров всего. Окей. Okay. Потом вернусь к этому домику, тут картину нужно украсть. Делец. Здравствуй. Задание выполнено. Отличная работа, мистер Райли. Похоже, я вас недооценила. Вы ценный кадр. Да, конечно, ценный, ебать. Ты сомневалась она еще. Мэриня эта ебучая. Вот не верит, не верит... Тихо, полиция, звездочку не давай. Не верит добропорядочным гражданам. Я ради нее жопой рисковал. Банк грабил, а она... Неблагодарная. Это что? Бейсбольная бита пусть будет. Вышибить, ебать. Хуяк. Кладовочка так. Опа, кабельные стяжки. Опа, изолента. Веревку не надо. Лом. Лом 5 килограмм весит. Это ебанешься просто. Все. Выходим. Гостиная кто-то есть. Ключом открываю просто. Активность не зафиксирована, конечно же. В гостиной кто-то есть, но это не проблема. Пончик спиздил. $5, бумажка. Кажется, код выпал у меня из джинсов, пока мы с Рики слишком увлеклись в туалете лагеря одним важным делом. Надо срочно его вернуть в туалете лагеря. А картина где, ебать, ваша? А, она в сейфе, скорее всего, потому что вот это я осматривал. Это все я осматривал, 10 баксов. Окей. Так, слышь? Кто вы? Запугать, блядь. Вот этой хуем было и дробовиком. Хозяин дома напуган. Продолжаем. А, тревога. Так, обездвижить. Веревкой. Неудача. Предмет потерян, веревка. А, вот он, блядь. Тихо! У-ху-ху-ху. Неудача ебучая. Две звезды всего. Блядь, меня коцнули. Коцнули меня, пончик нужно съесть срочно. Это лагерь. Это лагерь, а где туалет ваш? Че машина стала черной? 5 бачей, кстати, между прочим. 5 бачей, это хорошо. Это лагерь. Код от сейфа в лагере. В туалете лагеря. Это туалет? Проникновение на территорию объекта туалет. Монтировка не подойдет. Гаечный ключ не подойдет. В смысле, чем тебя взломать, тварь? Ну, лом нужен теперь, да? Охуенно. Охуительная история. Столовая. Так, ребята, у вас ломик есть? Это что лежит? Труба. Ай, ебать, лом. Лом теперь нужен, лом искать, сука. То было этого добра до хуя, то нихуя. Ладно. Найдем. Куда денется этот лом? Это лом. А это лом. А это нам надо поднять.
Красиво. Не, я хочу эту картину, уже у меня цель, блядь, эту картину забрать. Уже дважды был в этом доме ебучем. Ну, лагерь прикольный такой. Скаутский. В палатку нельзя зайти, нельзя. Взломать ломиком. Тоже сигнализация в туалете, серьезно, блядь. Ванная. Туалетный ёршик, обезболивающее. Пиздец, каждую комнату надо нахуй ломать. Тревога. Карточка. 8175. Хо-хо. Пусть полиция приезжает уже все равно. Я сейчас вернусь в тот дом за картиной. Она в гостиной, в сейфе, 100%. По инвентарю место есть? Есть. Погнали, погнали, погнали. Let's go, let's go, let's go. А, не, машина все-таки красная, но в ночи черная такая. Дратуйте, суки. Так. Тревога. Я в гостиной, заебись. 8-1-4-5. В смысле? 8-1-5-4? Какой был код? 8-4-1-5? 8-4-1-5. 8-5-1-4. Это ж пиздец. One eternity later. 8175. 8175. Дурачок я. Взять. Тайник открыть. 300 баксов. Все, уходим. Красота. Почему тут машина выглядит черная, а так она красная? Это в душе не ебу. Хороший вопрос. Слишком темно, типа. Все, поехали, еще одно задание у мэра возьмем. Но прежде мы поедем к... Где у нас торговец с произведениями искусства? Сюда, потом сюда, и потом к мэру. Хорошо. Да, блядь. Продадим все картины, продадим все кольца, украшения, которые напиздили. Замечательно. Будет много денег. Срубим сейчас. Инвентарь немножко опустошим. Хорошо. Еще одно задание для мэра сделаем. Будет все красиво, замечательно, великолепно. Мэр победит, будет нам благодарен. Снимет с нас наши преступные деяния. Амнистию объявит, и все будет заебенно. Охуенно красиво. Так. 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 Вот сюда нам. Дратути. Окей. Бонжуре, господин Честер Робертс, ценитель изящных искусств и изящных, изысканных европейских безделушек. Раз, два, три. Три картины просто сразу. Раз, два, три, посмотри. Опа, два мента пришли сюда за украденными картинами к нему. Дурачок. Зря краденое скупаешь. Так, сюда теперь. Красота же. И левелы получаем, поинты очков, и монеты в виде долларов, вернее, получаем. Все красиво, охуенно. Тут тоже полисьоны. Что вы тут делаете? Что вы у ломбарда ошиваетесь, твари? Заходим. Кошку не продаю. Золотые часы, это все красиво. Что лежит? 20 баксов. 20 баксов здесь, 20 баксов там. Монтировку я поднял. Так. 6 поинтов есть у нас. Увеличивает максимальный уровень здоровья. Это я покупаю.
Поехали, поехали к мэру. Главное, чтобы мэр нас потом не опрокинул. А то политики они такие. Когда надо, тебя используют, а потом скажут, пошел нахуй и пойдешь нахуй. Хотя у нашего главного героя особо выбора нет, кому тут довериться. Дуэйн там со своей местью, со своими, блядь, реднеками ебется. Анна нас вот через дельца с мэром познакомила, так что, в принципе, был еще этот могильщик, но могильщика ёпнули. Дратути. Рассказывайте, какое задание? По опросам рейтинга по опросам рейтинги Моргана выше, чем мне хотелось бы. Мы, конечно, спутали его карты, но он слишком быстро оправляется от удара. Кажется, мы породили в нем новую решимость. То есть будем пинать лежачего? Каков план? Перед выборами он будет проводить у себя дома сбор средств, чтобы возместить потери. Хочу, чтобы вы внесли сумятицу. Короче, смуту, блять, устроив скандал. Доставьте посылку, и чтобы никто вас не видел. Нам не нужны свидетели, заметившие кого-то подозрительного. Найдите пакет, подбросьте пакет на вечеринку. Окей. Садись. Наша верная красная Astra ZX. Опять тут ищем, блять, на железнодорожном вокзале. Окей. Что за пакет там такой? Тяжелые наркотики? Хуя. Хуя ты подбросить решила? Прям они тяжелые, да? Сейчас посмотрим. Нелегальные вещества, изменяющие сознание. Но не совсем тяжелые, 100 грамм всего. Хотя это дохуя на самом деле. За такое могут и надолго посадить. И нас в том числе тоже сейчас, если мы вовремя от них не избавимся. Поэтому пора действовать наверняка. И избавляться от этого пакета. Хорош. В каком доме он живет? Я потом запомню, чтобы потом его залутать. А, вот этот пиздатый дом с бассейном. Я еще говорил, пиздатые дома здесь. Подбросьте пакет на вечеринку. А, просто выбросить его. Вызовите копов. Впечатляет мистер Райли, теперь исполните свой гражданский долг и сообщите полиции о подозрительном пакете. Да, окей. Сейчас объеду. Красиво. Чтобы никто не заподозрил, так спокойно. Идем вызывать полицию. Автосалон, оружейный магазин, поставка вооружений. Шериф! Здрасте, полиция округа Редр. Ох, слушайте, не знаю, стоит ли, но я поверил в него, понимаете? Простите, вам нужна полиция? Ну хорошо, послушайте, сегодня вечером я заходил к мистеру Моргану по поводу сбора средств для выборов, но я... Но что? Я всегда считал Моргана первостепенной фигурой, но у него найдется, не знаю, пара кило, как бы это сказать, запрещенного вещества, если вы понимаете, о чем я. Я не за такого кандидата голосовал. Пара кило, говорите? Так точно, сэр. Как кое-кто из них сказал, отличная дурь. Господи, я ведь добрый христианин. Спасибо за наводку, немедленно выезжаем. Подождете на линии, нужно ответить на несколько вопросов. О нет, не впутывайте меня, не хочу, чтобы мое честное имя было связано с наркотиками. Сэр, я... Щелк. Ну вот, должно сработать. Задание выполнено. Прекрасно, Моргану будет непросто объяснить это властям. Белые дорожки называлось задание. В смысле? Какое преступление? За что? Отказ остановиться? Да пошел ты в пизду, какое преступление я сделал? Иди нахуй. Сел в свою машину и уехал? Это преступление? Ёбаные полицейские в этом городе заебали уже. Тварюги. Ебанутые, что ли?
Так, по времени что у нас? Можно еще одно взять задание по-быстрому? Если они такие простые будут и дальше, то почему бы и нет? Так, М, мэр. Давай. Мэриня. Сейчас заберем у тебя задание. Быстренько его сделаем. Ты будешь довольна. Все будут довольны. Главное, чтобы я в конце тоже был доволен. Чтобы не просто так все это. Окей. Почему тут так темно? Эй, тут кто-нибудь есть? Динь-динь. Тихо, ни единого слова. Слушай очень внимательно. Здание окружила полиция, убирайся отсюда поскорее, это единственная возможность спастись. Какого черта тут творится? Говорят же тебе ни слова, проклятие. Мэр, ее арестовали. Найди друга, затаись, жди указаний. Если поймают, не выдавай наши имена. Ты нас не видел. Щелк. Черт. У меня нет выбора. Позвонить Дуэйну, он ваш единственный друг. Ну же, Дуэйн, возьми трубку. Дуэйн теперь в телефонной книге. Надо уносить ноги, времени нет. Охуеть. Да, легкое задание, блядь, сказал я. Будет легкое задание, но оно прям реально легкое. А где Дуэйн? Дуэйн! А, вот Дуэйн переехал тоже. Поехали к Дуэйну. Ебать. Ебать жестко. А ее что арестовали? Заодно вместе с тем чуваком. Сразу всех этих кандидатов в мэры. Дуэйн, ебать. Ты чё переехал? Окно, где дверь? Рад тебя видеть, Уилл. Так что, как ты? Мы расстались не на самой лучшей ноте. Ты спас мою шкуру. Как по мне, мы квиты, хорошо? А, и хорошо. Думаю, пока стоит залечь на дно, привести мысли в порядок. Такое ощущение, что каждая новая возможность приносит мне массу новых проблем. Так и есть. Так и бывает, когда пытаешься удержать бизнес на плаву. Я брал взаймы. Условия были так себе. Дальше сам догадаешься. Ох, Дуэйн. Да, перспективы у меня не очень, Уилл. Что тебе нужно? Ты серьезно? У тебя ведь и так уже были неприятности из-за меня. Я же сказал, мне нужно залечь на дно, но это не значит, что я не могу помочь тебе. Все лучше, чем помирать от скуки, а? Ха, понимаю. Хорошо, есть у меня одно дельце, которое может помочь мне выкрутиться. Ну, не мечтали. Ты поможешь мне, а я тебе. По рукам? Да, давай за дело. Расклад такой. Я, значит, сильно задолжал кредиторам, и расплатиться мне нечем. С боссом они поговорить не дают ничего объяснить. Вот только... Мы можем угнать одну тачку, они говорят, что если я это сделаю, мне спишут половину долга. Им можно доверять? Выбора у меня нет, Уилл. Я знаю, где та машина, слежу за ней уже несколько дней. Тебе надо добраться туда, перекрасить ее и перегнать в определенное место. Угоните Astra ZX, перекрасьте Astra ZX. Так я тоже на Astra ZX, может, я просто свою отдам. Тачка моя где, блядь? Ладно, понял. Понял, поехали на этом. Мне нужно какую-то конкретную Astra ZX. Или любую. Что, бред, я мог бы отдать свою Astra ZX, пойти перекрасить ее и все. Если там не какая-то супер особенная, то тогда смысл. Давай, хуй. Ну конечно, 4 звезды, ебать, что? Вот дерьмо, копы должно быть, машина была их приманкой. Оторвись от них, Уилл. Тебе легко говорить, блять, вечно меня в какую-то жопу подставляешь. Вечно какая-то задница с тобой. С твоими приключениями ебучими. Я-то оторвусь. 4 звезды хуйня, я уже и от 6 уходил. Ладно, поехали. Перекрашивать, перегонять машину. Дальше должно быть несложно. Самое сложное, типа, было от копов уйти, наверное.
чтобы они ее не взорвали. А они могут, они очень метко стреляют и быстро. Тихо. Тихо, спокойно. Хорошо. Ой, да ёб твою мать! Тварь на желтой тачке. Принять. Отгоните Астра ZX в укрытие. Ребят, не хотите съебаться отсюда, чтобы я в вас не врезался? Случайно вы мне розыск не дали. Спасибо. Покрасили ее в какой-то голубенький цвет. А в темноте она выглядит такой темно-серой, пиздатой. Ну окей. Это сюда мне ее, да? Порой я сам что-то там... Так, похоже, есть шанс спастись, Уилл. Порой я сам себе удивляюсь. Заебись, еще 50 баксов. 50 баксов еще есть. Окей, давайте на этом заканчивать. Динамичная, опять же, серия выходит, как и обычно это бывает с American Fugitive. На мэра поработали, что ее арестовали, наркотики подкинули, опять с Дуэйном сотрудничаем, и банк в начале серии грабанули. Короче, все как у людей, в общем. Будем прощаться, пожалуй. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующих сериях American Fugitive и в других играх.